Всем привет, друзья! Давайте сегодня посмотрим игру Tank of Battle. Так, что, с чего начнем? Не знаю даже куда что нажать, какие-то так. Миссии, есть миссии, так, компании. Так, компания, так, проверьте некоторые из самых знаковых танков сражений Второй мировой войны. Так, режим бесконечный, поднимись на лайдерборд, победив бесконечные волны врагов. Так, дальше на английском какие-то daily миссии и special миссии. Так, что у нас по технике? Техника разнообразная, заставочки никакой, ничего не было, сразу игра началась. Так, танки нарисованы как-то вообще не очень, карандашом походу. Так, давай, где миссия у нас? Так, на этом у нас миссии. Давайте посмотрим компанию. Ну, погнали. Управляй танком. Хорошо. Так, что за компания у нас такая интересная? Так, оп-оп, тормози, сам поехал прям. Нажми на экран, чтобы изменить вид. Так, проверьте радар для вашей следующей цели. Радар позволяет найти путь во время миссии. Ага. Это понятно. Так, он не включается, не нажимается радар. Проверьте радар. Так. Верх, радар не поднимается. Ага, победа. Зашибись. Так. Интересно, так, давай следующую. Так, сразу же вылазит куча рекламы. Так, нажмите на большую кнопку, чтобы выстрелить из главного. Из чего главного? Так. Господи, что за УПГ? Так, уничтожьте цель противника, прицелитесь и стреляйте. Я уже уничтожил, короче. Алло. Так, это авиаудар у нас тут есть. О, вот у нас пооткрывалось. Разные темы. Так, прицел. Вот так вот. Да? Так, на меня враг уже идет. Ремонтировать. Ага, ремонт есть. Отлично. Так, куда дальше? А, все. Да уж. Так, давай только без реклам, пожалуйста. Отлично. Так, прицел. Авиаудар работает у вас? Да, что-то работает. Ой, уже отпрямет еще. Врубайся. И танки огнемет в одном. В одном флаконе. Неплохо. Что у меня знак стоит? Ладно, фиксим, пускай стоит. Так, где-то там у нас цель. Ага, вижу. Прицел лови. Он еще дальше катится. Так, что у меня радар зеленый сзади показывает. Чего он хочет? Ну, графика отсутствует, конечно.
Так себе. Так, следующее. Так, или давайте в меню посмотрим еще, что у нас имеется. Так, оцените нас не сейчас. Так. Давай миссии. Что это за бесконечная у нас тут битва? Что тут у нас бесконечного может быть? Посмотрим. Цели. Так, где-то впереди цель. Блин, я еще не увидел даже его. Так. Там где-то цели. Так, ремонта у меня, кстати, нету. Ну, где-то выезжает. Где он выезжает? Иди сюда. Стопэ, стопэ. А, вон у меня пулемет. Победа. И чё-то бесконечно. И там купили всё. О, то же самое вроде. Так. Так, чтобы выйти, что мне? Уволиться надо? Давай уволимся. Реклама, 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 реклама. Так. Вот это специал миссия. Давайте посмотрим, что это такое. Так, там прям грядка врагов, что ли? А где они прячутся? Так, вижу, вижу кого-то. Так, но не достаю. Вижу, но не достаю. А вот батальон целый. Уже посложнее баталии. Так, ремонта у меня уже мало, видимо, ремонт надо покупать быстрее всего. Пойдем туда посмотрим. Пока игра особо не радует, на самом деле. Так себе развлечение. Так, вижу, он вдалеке. Так, нет. Снаряд прям, да? Ну-ка. Ага. Видно, как снаряды летят. Так, где-то здесь должен быть поблизости. Где-то здесь вот. А меня уже обстреливают. Ох ты ж, ёжма, вон, вон стоит, кстати. А, меня все уже вынесли. Ну да, как потом. Технику нам посерьезнее. Видимо. А,
Ну, да, так себе развлечение. Так себе игра. Я думаю, на этом можно и заканчивать эту развлекуху. И потом смотреть уже следующую игру. Тогда всем спасибо, всем пока.